Летом очень просто придумать салатик всего за несколько минут. Достаточно использовать свежие овощи. Одни из вариантов отличного вкусового сочетания я как раз хочу вам предложить на заметку. Перед вами идея, как приготовить быстрый овощной салат с помидорами, перцем, кукурузой и авокадо. Заправка еще проще, это сок лайма. Да, можно добавить и оливкового масла, можно овощи заправить майонезом, но для более полезного варианта сока вполне достаточно, добавьте чуточку соли и перца, горсть зелени и через 5 минут можно блюдо подавать к столу. 1. Срежьте зерна кукурузы с початков, вымойте и обсушите овощи и зелень, очистите авокадо. 2. Нарежьте помидоры четвертинками, кубиками очищенное авокадо и перец. Соедините все с кукурузой и измельченной зеленью. 3. Добавьте соль и щепотку перца по желанию, полейте соком лайма и аккуратно перемешайте. Все, быстрый овощной салат готов. Ярко, полезно и вкусно.